Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Elephone C1 Max. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве изменить язык системы. Для начала нам нужно перейти в меню приложений, после чего найти настройки, да, вот, и вы окажетесь в самом верху настроек. После того, как вы окажетесь в настройках, так, подсказки выключим, мы должны спуститься вниз, почти в самый низ. Вот, мы находимся почти в самом низу, и здесь под значком Google и над значком тучки вы должны увидеть такой земной шар, это как бы глобус с сеткой, да, с меридианами. Вот, нажимаете на этот глобусик, тут будет написано вот так вот Language and Input, нажимаете, и нажимаете на самый первый пункт. Самый первый пункт, он всегда здесь первый. И дальше, либо же из тех, которые у вас здесь будут языков, выбираете тот, который нужен, либо же нажимаете на плюсик, и здесь ищите тот язык, который вам нужен. То есть мне, допустим, нужен русский. Русский будет находиться почти в самом низу, потому что сначала латинские буквы, а потом, вот видите, вот уже начинается А, Б, русские. То есть кириллицей написано. Вот после М, Н, О, П там нет языков. Вот как раз R появляется. Нажимаем на R, русский. И вот видим уже здесь более-менее наши буковки. Мы выбираем регион. Регион русского языка. Белорусский русский, казахский русский, киргизский русский, молдавский русский или украинский русский. Я не понимал никогда разницу в регионе русского языка. По-моему, это бесполезно, без разницы. Выбираем Россия русский. Вот. И теперь у нас он появился вот здесь. Вот что же нужно делать дальше? А сейчас я вам покажу. Вот видите, даже язык же не изменился. А чтобы он изменился, нужно взять на русский, нажать, придерживать пару секунд, и потом поднять его вверх на первое место. Подождать секунду, и вуаля! Ваш Elephone C1 Max теперь на русском языке. Видим, что галерея написана уже по-русски. Тут альбома, нет фото-видео, камера. Поиск в контактах, настроить быстрый набор, наши родные буковки. Спасибо большое за просмотр этого видео. Если оно оказалось полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи.